27 мая в Чебоксарах завершились гидравлические испытания, на время которых в Новоюжном районе в центре города отключали горячую воду. Однако почти по 30 адресам она так и не появилась. Много обращений от жителей поступило к нам в редакцию. Почему горячей воды так и нет, разбиралась наша съемочная группа. 25 по 28 будет прекращена подача горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний трубопроводных магистральных тепловых сетей плюс там управление. Сегодня уже первое число. Горячей воды нет, как и объявлений на подъездах этого дома о том, что ее подачу задерживают. Из кранов пока течет только холодная. Жильцы делятся. Слесари управляющей компании говорят, что при гидравлических испытаниях прорвало трубу. Необходим ремонт. Однако ни работников аварийной службы, ни спецтехники здесь не видно. Сказал, пока не будет, пока людей не дадут там копать. А, то есть нет людей на ремонт? Да, на ремонт. Трубы а по... куда они все подевались, эти люди? Эти люди-то из соцсети-то, где люди-то? Из теплосети. И мы сидим теперь с 25 числа без горячей воды. Все смотрим, когда техника появится, люди на этом участке. Потому что только наш дом. Остальные дома все подключены. По словам заместителя директора предприятия «Теплосеть» Виталия Кадыкова, горячая вода в квартиры этого дома могла прийти и раньше. Управляющие компании предлагали альтернативный вариант. Мы по обратной предлагали им получить горячую воду по обратному трубопроводу, но почему-то управляющая компания не согласилась. Хотя за получение горячей воды по обратке с них никто деньги не взимает. Это получается за наш счет. Приборы не учитывают, когда получают горячую воду. Сегодня вечером или завтра к обеду горячая вода в этом доме будет. За последние дни в администрацию города поступило множество обращений с вопросом, когда же дадут горячую воду. Как рассказал Виталий Кадыков, трубы в городе изношены. Многие требуют замены. Во время гидравлических испытаний они просто не справились с давлением. Чтобы трубы отремонтировать, необходимо время. В основном сразу после проведения испытаний делаются большие диаметры. Это квартальные трубы. Их делают, запускают. Отдельные дома остаются, да, без горячей воды. В течение вот сегодняшнего дня, завтрашнего они будут завершены и все получат в домах горячую воду. Приносим свои извинения, тут ничего не поделаешь. Вы все знаете, в Чебоксарах трубы уже изношенность большая. Будем работать. Екатерина Данилова, Михаил Солин, Вести Чувашия.